Я Сергей Шедловский, это мой видеоблог. Я приветствую вас сегодня утром и очень рад встретиться с вами. Дорогие, у меня радостная новость, что Бог вместе с нами всегда. Я понимаю, что я говорю сейчас очень простые слова, но обратите на них внимание. Бог рядом с тобой всегда. Этот день начинается. Сегодня будет много встреч, много звонков. Я не знаю, с какими делами вы сегодня столкнетесь. Но тем не менее, помните, что где бы вы ни были, что бы вы ни делали, Господь вместе с вами. Он не оставляет вас. Он присутствует во всех ваших разговорах. Он присутствует во всех ваших делах. Он в вашем сердце, Он внутри вас, и Он также рядом с вами. И потому пусть этот день начнется с молитвы. «Боже, направь мой день! Боже, да исполнится Твои планы и Твоя воля! Во имя Иисуса Христа!» Аминь. И я благословляю ваш день от всего сердца. Пускай все Божьи планы в вашей жизни исполнятся. Я желаю вам, чтобы сегодня вы ощущали близость Иисуса к вам, потому что Он близко и будет с вами во веки веков. Спасибо, что были вместе со мной. И также приглашаю вас снова и снова на день рождения нашего служения «Движение искателей Бога». И также приглашаю стать партнерами этого события, потому что жизни тысяч людей изменятся навсегда силой Духа Святого и Божьего Слова, и вы можете быть частью, а не только участниками, но и служителями этого дела, став партнерами этого Божьего события. Люблю вас, благословляю, с Господом, дорогие. Пока!